Ирина Смирнова. Всех защитников Отечества поздравляю с праздником. Интересный опыт Валерия Александровича по проращиванию зерен персика. Вот это один из новых для нас проблем. Вот взял, расколол, посадил, прекрасно растет. Валерий Александрович, жили мы спокойно. Вот. Нам, конечно, этого опыта не хватало. Персик прорастает очень плохо. Вот. А теперь вот будем разбираться, давай. С твоей подачи. Очень интересный опыт Валерия Александровича по проращиванию зерен персиков. Еще раз. В начале, то есть не в начале, а в процессе и разбивания. Мне запомнились слова Валерия Константиновича, что только те растения будут морозостойкими и выносливыми, если начнут рост в саду, а не в комфортных домашних условиях, на окне или под лампами. Правильно ли я понимаю, что такая рассада персика затем будет сложнее приживаться и может потерять морозостойкость? Хотя, цитирует меня, и мой ответ такой: не знаю. У нас есть такое выражение, друзья, не, это другая крайность. Но лучше бы, конечно, чтобы они сами разламывали эту самую скорлупу. Сама бы разламывалась. Согласен. Но есть выражение: не до жиру, быть бы живым. Вот. Чем не иметь вообще персика, лучше расколотый и пророщенный. Вот так, как делает Валерий Александрович, мой друг с Украины. О, это лучше, чем не иметь вообще тогда получается. Бывает, хоть с бубном пляши вокруг него, хоть нашептывай, что угодно делай, не хочется, не взойдет. Один год не взошли, а у моей тещи взошли. Что она понимала бы? Посадила, и все до единого взошли. Вот попробуйте тут сообразить технологию. Он не хочет, не взойдет. А расколол, зашли. И, судя по фотографиям, прекрасно растут. Допустим, они попали в ваш сад. Из тех, которые были расколоты. И тем не менее выращены. Допустим. То есть вначале молоток, потом все остальное. Умрут, значит умрут. Не умрут, значит не умрут. Вот. А это дальнейшая практика покажет, какую крайность кидаться. Или вообще не иметь. Или все-таки иметь тот, который искусственно был пророщен. Искусственно, значит, молотком. Вот я написал. Не до жиру. Ну, вот это мне не нравится. Я не... Понимаете, в чем дело? Есть такие спорные комментарии. Вроде бы все правильно, а с другой стороны, фашизм какой-то. Настоящий фашизм. Но мы начали с чего? Мы начали с молотка, с персиков. А кончилось чем? Еще один комментарий. Птенец должен сам разбить скорлупу. Естественно. Женщина должна родить без кесарево сечения. Росток сам пробиться, иначе утратится выработка воздействия гормонов. Дальнейшее поколение слабеет и не выживает, как всегда, мешаем сами. Вот. Это, наверное, самая фашистская, вот из всех, за все годы, самая фашистская. Почему? Вот. Женщина должна родить, а если не может? Я тогда взялся прокомментировать. Почему? Да потому что никто его не послал. Никто его не это самое, не пинал, никто его не ругал, никто его не это. Вот. Его или ее Марта, ну-ка, это не женщина ли? Господи, если это Марта, если женщина, то вообще... Вот. Смотрите, я зацепился за то, что в женщине не должно быть кесарево сечение. Жак Дильмо. Термин кесарево сечение... Это получается 1598. А самое первое случай. Я хочу, чтобы вы это знали. Чтобы вы уважали тех, кто родился с помощью кесарево сечения. Что такие же люди, как мы. Чтобы так пальцем не показывали. Первое сведение относительно выживших при кесаревом сечении матери и ребенка пришли из Швейцарии, где в 1500 году это... 500,
с лишним лет назад. Кастратор свиней. Ну, что такое кастратор свиней? Значит, отличный этот хирург, назовем его. Какая разница, свинья или человек. Говорят, свиньи наши ближайшие родственники, кстати, кто не в курсе. Якоб Нуфер осуществил операцию своей жены. После нескольких дней родов, представляете, женщина мучилась. С помощью 13 кошарок женщина не в состоянии была родить своего ребенка. А с тех пор прошло 500 лет. С тех пор были спасены миллионы детей. А они виноваты, что это самое, что это, они должны были умереть. И матери должны были, во многих случаях еще и матери умереть должны были. Раз ребенок невозможно, не выходит из этого, из живота. Так получается. Вы представляете, вот так вот. Я не мог не заметить. Это же, это комментарий на мои фильмы. В данном случае наши с украинским другом. Да. А вы знаете, почему женщина часто не может родить? Да потому что мы гибриды. У большинства женщин, а вы знаете почему, я уже договорю до конца, почему женщина рожает это в муках? Потому что родовое отверстие не предназначено для этих самых младенцев, у которых голова гениев, вот, не обезьяна, но в два раза больше, чем надо. Потому что мы гибриды. Я бы еще много про это рассказывал, но кто-то будет вот так делать. Мы гибриды. И теперь судьба женщин мучится. А наша судьба – спасать их, в том числе и кесаревом сечении. Сейчас бы вот, дай вам право. Вот. Гитлер что делал? Как пришел к власти, давай уничтожать этих неполноценных людей. А для нас неполноценных не бывает. Тех, которые мы называем неполноценными. Мы их любим. А тут давай это самое, генетику исправлять. Зачем нам люди, которые это, чуть-чуть там не совсем умственное. Вот это я, про это никогда нельзя забывать. Целый народ могут назвать неполноценным и уничтожать село за селом, город за городом. Все, больницы, роддома, все уничтожать. Стоит только назвать человека неполноценным. Вот в такой стране мы живем. Нет, не так. В таком мире мы живем. Извините, я не мог пройти.